Добрый день, друзья! Следующая у нас сказка «Волк и козлята». Жила-была коза с козлятами. Уходила коза в лес, есть траву шелковую, пить воду студеную. Как только уйдет, козлятки запрут избушки и сами никуда не выходят. Воротится коза, постучится в дверь и запоет. «Козлятушки, ребятушки, отоприте, отворите, ваша мать пришла, молока принесла». Бежит молоко по вымечку, из вымечка по копытечкам, из копытечка во сыру землю. Козлятки отопрут дверь, впустят мать. Она их покормит, напоит и опять уйдет в лес. А козлята запрутся крепко-накрепко. Волк подслушал, как поет коза. Вот раз, коза ушла. Волк прибежал к избушке и закричал толстым голосом: «Вы, детки, вы, козлятушки, отоприте, отворите, ваша мать пришла, молока принесла, полны копытцы, водицы». Козлята ему отвечают: «Слышим, слышим, да не матушкин это голосок, наша матушка поет тоненьким голоском и не так причитает». Волку делать нечего, пошел он в кузницу, велел себе горло перековать, чтобы петь тонким голосом. Кузнец ему горло перековал. Волк опять побежал к избушке, спрятался за кусты. Вот приходит коза, стучится: «Козлятушки, ребятушки, отоприте, отворите, ваша мать пришла, молока принесла». Бежит молоко по вымечку, из вымечка по копытечку, из копытечка во сыру землю. Козлята впустили мать. Давай рассказывать, как приходил волк, хотел их съесть. Коза накормила, напоила козлят и строго-настрого наказала: кто придет в избушку, станет проситься толстым голосом, да не перебьет всего, не переберет всего, что я вам причитаю. Дверь не открывайте, никого не впускайте. Только ушла коза, волк опять шесть к избушке постучал и начал причитывать тонким голосом. Видите, вот волк пришел к избушке и стучится, просится. Просит козляток маленький: «Козлятушки, ребятушки, отоприте, отворите, ваша мать пришла, молока принесла». Бежит молоко по вымечку, из вымечка по копытечку, из копытечка во сыру землю. Козлята отворили дверь, волк кинулся в избу и всех козлят съел. Только один козленок схоронился в печке. Приходит коза, сколько ни звала, сколько ни причитывала, никто ей не отвечает. Видит, дверь отворена, бежала в избушку, там нет никого. Заглянула в печку и нашла одного козленочка. Как узнала коза о своей беде, как села она на лавочку, начала горевать, горько плакать. «Ох вы, дедушки мои, козлятушки, на что отпирали, отворяли злому волку, достались!» Услышал это волк, входит в избу и говорит козе: «Что ты на меня грешишь, кума? Не я твоих козляток съел, полно горевать, пойдем лучше в лес погуляем». Пошли они в лес, а в лесу была яма, а в яме костер горел. Коза и говорит волку: «Давай, волк, попробуем, кто перепрыгнет через яму». Стали они прыгать, коза перепрыгнула, а волк прыгнул, да и свалился в горячую яму. Брюхо у него от огня лопнуло, козлята оттуда выскочили, все живы, да прыг к матери, и стали они жить по-прежнему, жить-поживать по-прежнему. Видите, как получилось? Хорошо, что все хорошо закончилось. На этом всего вам доброго. Подписывайтесь на канал и ставьте большие пальцы. До следующей встречи!